Добрый день, уважаемые любители футбола. Сегодня на поле спортивного комплекса «Гигант» в финальном матче первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона 2016 года встречаются команды «Дончанка», город Азов, «Енисей», «Красноярск». Расскажите составы играющих команд. Команда «Дончанка» выступает в белой форме. В следующем составе ворота защищает Кристина Федорова, номер один. Второй номер — Ульяна Николаева. Номер семь — Надежда Колтакова. Номер 17 — Анастасия Карандашова. Номер 8 — Юлия Запотичная. Номер 20 — Кристина Фролова. Номер 22 — Татьяна Ананьева. Номер 14. Наталья Перепечина, капитан команды. Номер 19. Анастасия Хованская. Номер 23. Екатерина Братко. Номер 11. Кристина Чичкала. В запасе команды. Номер 21. Людмила Цуканова. Номер 13. Ирина Галактионова. Номер 33. Марина Ардашева. Номер 15. Мария Дегурова. Номер 5. Марина Качмазова. Номер 18. Екатерина Ахимович. Номер 4. Екатерина Михайлова. Главный тренер команды — Наталья Карасева. Команда «Енисей» выступает в красно-синей форме. Ворота защищает Капустина Ольга, номер 1. Номер 13. Екатерина Ларина, капитан команды. Номер 4. Анастасия Диюн. Номер 2. Наталья Морозова. Номер 10. Екатерина Завадкина. Номер 25. Елена Тупикина. Номер 22. Виктория Козлова. Номер 21. Валентина Савченкова. Номер 7. Анастасия Быкова. Номер 5. Анна Диюн. Номер 26. Валентина Жукова. В запасе команды 27 номер — Екатерина Малышева. Номер 14. Анастасия Абраменко. Номер 3. Анастасия Морозова. Номер 19. Алена Трушкина. Номер 24. Кристина Кайрулина. Номер 8. Марина Климчанина. Номер 23. Алина Дорофеева. Главный тренер команды — Алексей Мартынов. Встречу обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный арбитр матча — Ирина Филимонова, город Томск, всероссийская категория. Помощники главного арбитра — Иклина Анастасия, первая категория, город Тамбов. Поликарпова Елена, первая категория, город Тамбов. Резервный судья — Марина Клубская, первая категория, город Новоуральск. Нет,
Да,
Thank you.
Капец! Что за дела, Ельцинге? Да. Очень похоже.
Может, похоже на пандочку. Да не, пишу.
Можно мужик позвать, дед позвать. Донченко забила Козлова Виктория, номер 22. Счет матча 1-1. Вика, как какая? Она спинная.
Командир Венченко, предупреждение наказано Николаева Елена, номер 2. Давай!
убраться руки, он встанет. Давай!
Все плавно. Пропал. Откуда это было?